можешь выделить топ-3 футболиста лиги? Да. Дьяк, Виталий, Комис Виталий и Дима Лушников однозначно. Первый я, второй Дьяков, третий Соснин. Я не считаю, не беру там футболистов, кто бывшие профессионалы, там, как вот в нашей команде. Я там, Лагаш, Тига, Сос, Дава, там, в других командах. Я уже сказал. Да, бывших профиков, которые поиграли на высоком уровне в премьер-лиге, я их не беру, потому что это надо брать в расчет, кто не играл в футбол. Ну, топ-3 Илюха Давыдов наш, наверное. Гаучо. Он сейчас, может, в дротах не так играет ярко, но сравниваю по тому, как он играл против нас. Да, все свои. Но выделять не будешь, то есть? Понял.